Шалом, дорогие друзья! Еще раз приветствую вас на этой маленькой передаче, которую мы выпускаем каждую среду. Мы благодарны Богу за то, что у нас проходит в общине. Наша молодежь прошлую пятницу собиралась на шаббат и молились. Молились Богу за свое поколение. Я благодарен Богу за это. Это что-то особенное, уникальное. Почти 40 человек молодежи собралась и прославляла Бога. Я также верю, что и для вас это слово, которое будет в эту субботу, будет важным. Приглашаю вас в эту субботу. И надеюсь, вы были благословлены нашим прошлым гостем Виктором Кохлан из Бостона. А также смотрите на нашем сайте учение Джан Ден Хадера, который говорил о человечестве, о внутреннем человеке. И это поможет многим из вас.